Чому ви не говорите, що треба... Ну, спитай, Сташка! Я його люблю, блядь, этого Захарченка! Началось. Я смотрю, думаю, что тут такое, звездочка какая-то непонятная. Туда-сюда, вверх, вниз, вот так. Я подошла к окну, стала наблюдать. И она вот опустилась, ну вот, туда вот, где вон два деревца, туда вон таких длинных. Вон два длинных деревца, опустилась туда за кусты и оттуда проблескивала. Я видела ее она. Потом она погасла и стало там все светло. И вот она долго, месяца два туда летает. Сейчас она стала летать, туда дальше опускается. На этом же уровне, только туда дальше. Я ее уже теперь плохо вижу. Вот. Пройдемся, посмотрим, все равно, вот. Что, может быть, что-то найдем. Долго ходить вам надо, много. Сработано. Вот, а здесь вот я видела, ну они, вот над землей вот так. То есть относительно, как вы сейчас видите, вот примерно так, или да, выше? Да, вот как я вот отсюда вышла, вот примерно, она вот так примерно вот над землей была. И светила, освещала деревню.
Yeah, I don't personally think they're extraterrestrials or anything like some people say.